Ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, подпишитесь на канал и также поставьте лайк под этот стрим, чтобы вы могли, чтобы он рекомендовался также новым людям. Если вам понравилось, не забудьте написать в комментариях. Rem Games. Все, погнали, ребят. Приятного просмотра вам. Так, прожимаем лайки, не стесняемся. И подписку на канал оформляем. Может, мне сюда? Ёпа-та-па-па! Мне... Звездейшн. Я никуда не пойду отсюда. Игра называется «Обосраться, не жить». Здравствуйте, вы тут фонарик не видели? Понял. Тебе тут сейчас вылезу. Страха нет, алё. Блин, где эта дверь, пацаны? Как отсюда нахрен выбраться? Я не хочу, ну не буду, не буду больше играть. Страха нет. Ай, блин, аж яйца зачесались от стресса. Спасибо за подписку. Фонарик на Alt F4. Ты думаешь, я совсем тупой? Я знаю, что Alt F4 закрывает игру. Своими шутками тут, блин, шутник. Тут не до шуток, алё. Как я не хочу в это играть, но... Придется. Не надо скример, пожалуйста, не надо. Не надо скример, пожалуйста. Если меня сейчас что-то сожрет... It's too dark here. Блять! Пидорас, блять! Все в тебя въебал. Ну все, давай, люблю. Где фонарик найти? Пацаны, хорош, пожалуйста, ну перестаньте, Риля. Ком нахрен сейфе? Где этот сейф находится? Спасибо, знат. Привет, помнишь Кирилла, который ДЦП, снег и его тик-так, Кирилла, тик-так? Я видел, он теперь людей разводит в тик-токе, я слышал про это. Че с деньгами? Нормально все, братан, сегодня вообще топ. Пацаны тут 100 рубасов кидают на то, чтобы я обосрался. Спасибо вам. Вася, это кто стучался, Вася? По голове себе так постучи. Тихо в лесу. Только не спит барсук. Только не спит барсук. Тихо. Ебать, это же голос Лил Кристалла в прошлом донате. Имя его Кавая, поверь, тебя Кристалл смотрит. Кто? Какой Кристалл? Мне сейчас не до кристаллов, у меня штаны, трусы полные кристаллов сейчас. Братан, да у него рожа синяя. Он уже набух. Роберт, это ты? Where is everybody? Wait. Going on here. Тук-тук-тук. Я человек-паук. Роберт.
Роберт! What's wrong with you? Robert, answer me. Роберт! Роберт! Роберто! Роберт! Вот этот монстр, ребят. Вот этот монстр, братаны. Идет караван из Ирана, и много везет он на шею. Единственный план! Курильщикам трудно без плана. Идет караван из Ирана. Еле успел. Я не выйду отсюда. Я буду здесь сидеть до усрачки. Просто до усрачки. А, так и быть, выйду. Так, давайте так. 300 лайков и выхожу. 300 лайков и выхожу отсюда. Вот 300 лайков и выхожу из двери. 300 лайков и выхожу. У меня что-то оружие из окна высветилось. Ужасная игра, просто ужасная, пацаны. Стрим, просто ужасная игра. Я не знаю, как вы на нее смотрите, но я сейчас тут не могу просто. Сейчас обостремся. 6. Все, валим отсюда, пацаны. Фу, блин, вот это напряжение, рили. Так, братва, выжимаем лайки, подписываемся на канал. Кто еще не подписался, подписываемся. Привет, крысочка. Крыса. А! Крыса. Мразота. О, нет, это Роберт Степан. Охереть! О, Jesus. I don't have a choice. Харберт, спасибо за подписку, брат. The artifact has to be with him. Блин, стрёмная игра, пацаны. Ну да, но все равно, я давно проходил это, но все равно стрёмно. Бля, пацаны, сейчас будет. Пак. Бери артефакт и бегай. Прикиньте, как стрёмно это будет в его ситуации. Она мне руки ломает. Что-то, а? Братья, артефактом по хребту, мразь! Вставай, Вася, вставай, ты живой, нормально, вставай! Где там сейф-рум был? Вот сейф-рум. Сюда сейчас быстро спрячемся, да беги давай! Она за мной идет, надо спрятаться! Ты угораешь, да она за мной идет, мать твою! Я не помню куда, пацаны! Фак!
Страха нет, 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 страха нет. Страха нет, страха нет, страха нет, страха нет. Страх есть, страх есть, страх есть, страх есть. Пожалуйста, пожалуйста. Да, 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 да. Здесь артефакт, музыкальную шкатулку. Где камин? Где камин? Где камин? Где камин, пацаны? Где камин, пацаны? Где этот камин, пацаны? Вот здесь слева, да? Пошла ты нахер. Пошла ты нахер, мразь. Ключ дали. Сейвимся, срочно. Блин, тут быстро надо думать. Ох. Так. Ладно, на этой ноте. На этой ноте закруглимся на сегодня. Ребят, если вам понравился стрим, можете посмотреть его сначала, как мы начали играть, с самого начала. Ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, подпишитесь на канал и также поставьте лайк под этот стрим, чтобы вы могли, чтобы он рекомендовался также новым людям. Спокойной ночи и спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось, ребят. Давайте завтра продолжим, ребят. Если вам понравилось, не забудьте написать в комментариях под этим стримом, что, ну, го еще или что-то еще. Давайте, всем спокойной ночи, ребят.